Доброго времени суток, всем, кто зашел в гости. Стою я возле музея, возле одного интересного дома и напротив интересный сквер. Сейчас расскажу, где я нахожусь. Находится это в квартале Море, недалеко от остановки Шеминверт, 8-я линия метро. Здесь есть шведско-французский культурный центр. Это музей, сейчас здесь выставка проходит, я туда пойду. А сейчас хочу показать маленький сквер напротив. Сквер называется «Собачья радость», ну я так его образно называю. Тут приходят хозяева своими питомцами, и эти питомцы тут гоняют как лошади. И чем больше собаки, тем прикольнее это все смотрится, когда они гоняют по всему этому скверу. Когда собачуры маленькие, оно не так смотрится, но когда вот эти здоровенные собаки начинают гонять через заборы по всему скверу, это прикольно. Вот сейчас находится, наверное, где-то 5 больших собак в сквере, не считая мелких. Еще много мелких. Вот, помчалась. Ну, вот так они по кругу гоняют здесь табунами. И чем больше здесь собак вечером собирается, тем интереснее и прикольнее здесь. Сейчас, в принципе, вечер. Вот как раз люди уже пришли с работы, они начинают выгуливать своих питомцев. А я решила приехать сюда, в культурный центр, заснять его. Это бесплатно, можно посмотреть. И заодно напротив сквер. В общем, убить двух зайцев. Так как собаки, наверное, и хозяева сюда приходят одни и те же, то они уже друг друга знают. Вот они гоняют тут. Где вы еще такое увидите? Чтобы они вот так резвились. В общем, для собак тут раздолье. Вот как раз тут новые пришли. Друзья. Все друг друга хорошо знают. Бегают, играются. Даже возле краника там стоит пиалка для них с водой. Дружеские выяснения отношений и не только. Да, тут можно увидеть разное. Черная — это девочка, а все остальные — это мальчики, ее атакуют. В общем, за девочкой стоит очередь. Так что, если будете в квартале Море, возле 8-й линии метро, Шеминверт, или тут гулять, тут рядом еще музей Пикассо есть. Заходите в этот сквер, но лучше вечером, когда вот они начинают вот так гонять, как лошади. Они пронеслись прямо возле меня. И через забор прыгают туда-обратно. Да. Гоняют как лошади. На спринтерские дистанции. Тут был прикол. Одна собака была очень агрессивная, накинулась на вот эту рыженькую. Еле оттащили. Хозяйки все высказали фи свою, то что ее собака накинулась на другую собаку, чуть не загрызла. Эти добрые, они просто играются между собой. Одну собаку увели, потому что она набросилась на эту рыженькую и чуть ее не загрызла. Все бросились, начали спасать эту собаку, вытягивать ее. Собачек полицезрели, идем в музей смотреть бесплатный.